Ну вот что касается моды, например, я не думал, что я уйду из моды, потому что я и есть мода, и это то, чем я живу. А вот из шоу-бизнеса, я где-то 12 лет уже как поп-стар, и каждый год я думаю, что я уйду. И каждый год я думаю, что, ну, типа, ладно, потерплю еще чуть-чуть. Ну, на следующий год я точно свалю. Что меня останавливает обычно в таких ситуациях? Это востребованность и люди. Я себе придумал, что я уже устал, и что и действительно устал, и что правда, ну сколько можно. Вот, и думаю, ну все, на этом все. Вот, наверное, больше клипы снимать не буду, потому что я уже эти клипы, уже столько, такое количество. Думаю, ну, может быть, уже эти треки, и треков полно уже записал, и песен столько там. Раз такое, думаю, переключается что-то, думаю, ну, на этом все, точка. Нет. Проходит какое-то время небольшое, меня начинает, вот, надо ехать, концерт, отказывать нельзя. Гастроли, снова клип, снова песня, снова. Сейчас опять записали вот с Васей Давыдовичем Кобзоном дуэтную песню. Надо клип снимать. Один клип сейчас в ротации, второй надо вот снимать. А так, если посчитать, их там уже больше 30. Ну и каждый раз меня спасают люди, что действительно надо, и что там концерт запланировал на 40 минут. Ну, это минимум тогда 2,5 часа.